Всем привет, с вами Шепард, и кто бы знал, что спустя столько времени предоставится такая возможность поиграть в Доки-Доки, литературный клуб. На самом деле я знаю, крайне мало. Знаю, что не такая большая новелла, какая-то очень популярная новелла, в особенности у нас. Почему-то вот «Врата Штейна», которые я мучила, не знаю, больше года, наверное, сколько там, 4 новеллы по 50 часов. Эта новелла должна быть, наверное, не более 4 часов, может 5, но я не уверена. Возможно, здесь есть также руты разные, но я просто ничего не смотрела, ничего не знаю. Знаю, что очень должна быть интересная и непредсказуемая история. По традиции я здесь показываюсь, говорю предысторию, а читать мы будем уже без моего изображения. Ну что ж, давайте начнем. А здесь звук нормальный. И по традиции в конце я там расскажу свое мнение. Наверное, в моем сердце, хоть я и говорю каждый раз, я больше не буду играть в новеллы, но этот день все равно рано или поздно случается, и я иду в новеллы. Есть в них что-то. Не могу сказать. Настройки я когда первый раз включала, по идее, все должно быть нормально, но я не уверена. Ну, по первой серии мы все поймем и все узнаем. Тут надо ввести имя, но не знаю, насколько. Ну, давайте. А, тут нельзя? Тогда это большая проблема. Ну ладно, давай так. Так. Привет! Так, тут история, пропустить, авто, сохранение, загрузка, настройки. Я вижу девчонку, которая мчится ко мне, отчаянно размахивая руками. Она не обращает ни малейшего внимания на то, как на нее косятся прохожие. Это Сайори. Мы с ней живем по соседству и дружим с самого детства. Знаете, бывают такие друзья, сегодня ты бы ни за что с ними не сошелся. Но вы 1000 лет знакомы, и потому кое-как ладитесь друг с другом. Раньше мы ходили в школу вместе, но в старших классах она стала слишком долго спать по утрам и опаздывать. Так что мне это надоело ее ждать. Она мчится за мной с таким видом, что сразу хочется сбежать как можно дальше. И все же я вздыхаю и торчу у перехода. Сайори наконец меня догоняет. Я опять проспала. На этот раз я тебя догнала. Только потому, что я тебя дождался. В смысле? А тут главный герой... Он главный герой, да? Грустно. Во, ты так говоришь, как будто совсем не рад меня видеть. Вредина ты, мисс Шепард. Блин, теперь у меня очень странные ассоциации, играя за героя. Но меня зовут мисс Шепард. Ну да ладно. Ты так шутишь и машешь руками, что все на тебя косятся. Я не хочу, чтобы люди решили, будто мы с тобой парочка. Фу, подумаешь. Все равно ты меня подождал. Это потому, что ты на самом деле не вредный. Даже если пытаешься показать, говори что угодно, Сайори. Меня это не касается. Хе-хе. Мы вместе переходим улицу и направляемся к школе. Чем ближе мы подходим, тем ближе, а больше вокруг учеников. Все торопятся успеть к началу занятий.
Кстати, мисс Шепард, ты уже решил, в какой клуб пойдешь? Клуб? Я уже говорил тебе, что не хочу ни в какой клуб. Мне это не надо. Не может быть. Ты мне 100 лет назад обещал, что в этом году вступишь в клуб. Серьезно? Не помню, может, я ей что-то и обещал, когда она занудничала. Как обычно, в такие минуты я готов на все согласиться, лишь бы она отстала. Сайори вечно на меня волнуется. Хотя у меня все в полном порядке. Я кое-как занимаюсь в школе и трачу свободное время на игры и аниме. Ага. Я говорила, что о тебе беспокоюсь. Ты не хочешь ни с кем общаться, не увлекаешься ничем. Как ты даже жить собираешься без друзей? Я хочу, чтобы ты был счастлив. Для меня это важно. Ты говоришь, тебе не так неплохо, но я боюсь, а вдруг ты через пару лет окажешься без работы, никому не нужный, потому что не умеешь жить в реальном мире. Ты мне доверяешь, правда? Тогда сделай так, чтобы я за тебя не беспокоилась. Ладно, ладно. Я загляну в пару клубов, чтобы ты угомонилась. Но ничего не буду обещать. Пообещаю хотя бы, что попытаешься самую капельку. Ладно, этого я могу тебе пообещать. Ура! И почему я позволяю этой неугомонной девчонке учить меня жизни? Уж того я подался на ее уговоры. И как ей это удалось? Это потому, что она обо мне беспокоится. Сразу хочется сделать все, что угодно, лишь бы ее успокоить. Хотя она, конечно, жутко преувеличивает. День в школе проходит как обычно, ничего выдающегося. Собрав вещи после уроков, я какое-то время туплю в стену. Ничего не хочется делать, все лень. Клубы. Сайори хочет, чтобы я заглянул в пару клубов. Деваться некуда, начать, видимо, придется с клуба анимешников. Ку-ку! Сайори? Я так задумался, что даже не заметил, как она вошла. Оглянувшись, я вижу, что остался в классе последним. Я думала поймать тебя на выходе, а потом увидела, как ты сидишь весь такой задумчивый, вот и зашла. Ты иногда такой рассеянный бываешь, даже хуже меня, кто бы мог подумать. Тебе не стоило меня дожидаться. Ты ведь так можешь в свой клуб опоздать. Я подумал, что нужно тебя подбодрить. И тут мне пришло в голову, Что? Что ты мог бы сходить со мной в мой клуб? Сайори. Да? Я категорически отказываюсь идти в твой клуб. Что вредно? Сайори – вице-президент литературного клуба. Хотя я никогда не замечал за ней особой любви к литературе. Я уверен, что там оказалось только потому, что ей хотелось раскрутить новый клуб с нуля. И поскольку она там появилась второй после основательницы клуба, вот так она и стала вице-президентом. Так, а что значит история? Ну это как в... Во вратах Штейна, если ты что-то пропустил случайно, то можешь почитать. Говоря на чистоту, я в литературе, в смысле, еще меньше, Сайори. Я собираюсь в клуб анимешников. Пожалуйста, пойдем со мной. Да зачем тебе это надо? Ну, я вообще-то вчера им пообещала, что приведу новичка. Нацуки напекла пирожных. Хе-хе. Не давай обещаний, которые не сможешь держать. Не могу понять, Сайори правда такая легкомысленная, или она на самом деле все это заранее подумала, продумывая. Я тяжко вздыхаю. Ладно. Но я съем пирожное и сразу уйду. Договорились? Конечно, конечно, пошли. Вот так и настал день, когда за пирожное я продал душу. С мрачным видом я топаю за Сайори вверх по лестнице. В этом крыле школьного здания редко бываю. Сайори радостно распахивает дверь классной комнаты. Всем привет, а вот и наш новичок. Я же просил, не называй меня новичком. Я оглядываюсь по сторонам.
Добро пожаловать в лазерный клуб. Рада с тобой познакомиться. Саюри рассказывала о тебе много хорошего. Эй, ты зачем мальчишку привела? Он нам все испортит. А, мисс Шепард, какой приятный сюрприз. Добро пожаловать в клуб. Я лишаюсь дара речи. В этом клубе невероятно симпатичные девочки. Куда ты смотришь? Если хочешь что-то сказать, говори. Извини. Нацуки. Девочку, которая смотрит на меня с кислым видом, зовут Нацуки. Я ее никогда раньше не видел. Она небольшого роста, поэтому выглядит младше остальных. И если верить тому, что говорила Сайори, это она испекла пирожные. Когда она вредничает, может просто не обращать на нее внимания. А, это Сайори. Мне сложно как-то пытаться их озвучить по-разному, потому что я не слышу голосов, их тут нет. А характер угадать... Ну, единственное, что можно понять, что... Нацуки, как я понимаю, вот это вот... Она вот такая вот... Шебутная. Вот это, мне кажется, какой-то средний характер. И он тоже довольно-таки, наверное, импульсивный. А это из них, наверное, самая спокойная должна быть. Но не факт. Не факт. Сайори шепчет это мне на ухо и поворачивается к остальным девочкам. Итак, знакомься. Это Нацуки, самая неугомонная и энергичная. А это Юри, самая умная в клубе. Так, с фиолетами Юри, Нацуки и Сайори. Так, давай, мозг, запоминай. И не говори так. Юри выглядит взрослой и очень застенчивой. Ей явно нелегко приходится с людьми вроде Сайори и Нацуки. Приятно познакомиться. А с Моникой, я так понимаю, вы уже знакомы, да? Какая-то Моника. Да. Рада вновь тебя видеть, мисс Шепард. Моника мило улыбается. Мы знакомы. Ну, то есть как? В прошлом году мы были с ней в одном классе. Но Монику... На Монику все заглядывались. Она была самая умная, красивая и спортивная. Скажем честно, у меня не было никаких шансов. И когда она теперь мне так тепло улыбается, возникает такое чувство. И я тоже, Моника. Садись, мисс Шепард. Мы освободили для тебя место за столом. Можешь сесть рядом со мной. Или с Моникой. Я пирожные принесу. Эй, это я их испекла. Я и принесу. Прости, я засуетилась. Дайте тогда я чай заварю. Девочки сдвинули вместе несколько парт, чтобы получился общий стол. Как и говорила Сайори, свободные места есть рядом с Моникой и Сайори. Нацуки и Юри отходят в угол. Нацуки берет поднос, завернутый в фольгу, а Юри открывает шкаф. Мне по-прежнему неловко. Я опускаюсь на стул, а рядом с Сайори. Нацуки гордо шествует к столу с подносом в руках. Что, все готовы? Хи-хи, та-дам! Ура! Нацуки разворачивает фольгу. На подносе расставлена дюжина воздушных белых пирожных в форме котиков. Усы нарисованы белой глазурью, а ушки сделаны из кусочков шоколада. Какая прелесть! Кто мог подумать, что такая мастерица Нацуки? Блин, сложно прочитать их характеры. Эхи, да, я такая. Пробуйте скорее. Сайри хватает пирожное первой, за ней Моника, я следую их примеру. Вкуснотища. Сайри говорит с набитым ртом, она вся успела перемазаться глазурью. Я верчу пирожное в пальцах и пытаюсь понять, как его лучше подкусить. Но откусить. Нацуки подозрительно притихла. Я замечаю, что она искоса на меня поглядывает.
Неужели ждет, когда я наконец попробую пирожное? Я откусываю кусочек. Глазурь сладкая и ароматная. Неужели она сама его приготовила? Это очень вкусно. Спасибо, Нацуки. Не надо меня благодарить, я же не... Кажется, я где-то уже это слышал. Не для тебя их пекла я вообще-то. Да, вообще-то я так и понял. Что для меня, Сайори говорила. Ай, ладно, может и так. Но не для тебя, как для тебя, балда. Как это понять? Ладно, ладно. Я оставляю все попытки разобраться в причудливой логике Нацуки и прекращаю разговор. Юрий возвращается к столу и приносит чай. Она аккуратно ставит чашку перед каждым из нас и... водружает чайник рядом с пирожными. Вы держите в классе все, что нужно для чая? Не беспокойся, учителя нам разрешили. Наслаждайся хорошей книгой. Наслаждайся хорошей книгой. Всегда лучше с чашечкой горячего чая. Ну да, наверное. Хе-хе. Позволяй Юре тебя смутить. Она просто пытается произвести впечатление. Неправда, я не... Юре оскорбленным видом отворачивается. Я серьезно вообще-то. Я верю. Если честно, читать за чаем я не очень люблю. Но так-то чай пью, конечно. Хорошо. На губах Юрия мелькает довольная улыбка. Моника вопросительно поднимает бровь и улыбается мне. Так почему тебя заинтересовал литературный клуб? Этого я и боялся. Почему-то мне кажется, что не стоит рассказывать Монике о том, как Сайори затащила меня сюда. Я до сих пор не вступил ни в какой клуб, а Сайори здесь очень нравится. Вот я и подумал. Все в порядке, не смущайся. С нами ты будешь чувствовать себя как дома. Я обещаю. Это мой долг как президента литературного клуба. Я хочу, чтобы ты здесь все было весело и интересно. Моника, все это так неожиданно. Как тебе вообще пришло в голову мысль открыть свой клуб? Тебе были бы рады в любом большом клубе. В прошлом году ты же вроде возглавляла клуб дебатов. Знаешь, если честно, для меня в больших клубах слишком много интриг и политики. Такое ощущение, что там ничем другим не занимаются, только обсуждают бюджет, рекламу или готовятся к разным мероприятиям. Мне захотелось выбрать собственное увлечение и найти тех, кому это по душе. Если любителей литературы становится больше, значит моя мечта сбывается. Моника у нас самая лучшая. Юрий согласно кивает. Но почему в клубе так мало участников? Наверное, не просто начинать клуб с нуля. Можно сказать и так. Мало кому хочется тратить уйму сил и времени на раскрутку чего-то нового. Особенно если это мало кому интересно, с литературой так выходит. Надо очень постараться, чтобы убедить других в том, чтобы это было весело и полезно. Поэтому для нас особенно важны всякие школьные мероприятия вроде фестиваля. Я уверена, что наш клуб разрастется раньше, чем мы закончим школу. Согласны? Точно. Мы постараемся. Еще бы. Все восторженно соглашаются. Эти девчонки такие разные, но их объединяет одна цель. Наверное, Монике нелегко было собрать их здесь. И потому они так радуются, что к ним пришел новый человек. Хотя я по-прежнему не уверен, что их интерес к литературе способен меня увлечь. Так расскажи нам, мисс Шепард, что ты любишь читать? В последнее время я читал так мало, что на этот вопрос у меня нет ответа. Мангу. Я бормочу это себе под нос. Наполовину в шутку. Нацуки внезапно скидывает голову. Кажется, она хочет что-то сказать, но сдерживается. Ты не особо любитель чтения, я так понимаю.
Все может измениться. Что я несу? Я это ляпнул, не подумав. Просто потому, что увидел опечаленную улыбку Юри. А ты что любишь, Юри? Даже не знаю, с чего начать. Юри задумчиво водит пальцем по ободку чашки. Больше всего я люблю романы фэнтези. Они переносят читателя в миры, рожденные авторской фантазией. Не перестаю поражаться, сколько труда и таланта нужно, чтобы придумать такое. И мне нравятся увлекательные сюжеты, которые разворачиваются в этих фантастических мирах. Юри увлекается и говорит без остановки. Это явно ее любимая тема. Сначала Юри показалась мне застенчивой тихоней. Но когда она говорит о книгах, у нее загораются глаза. С ними ей явно проще, чем с людьми. Вообще-то я много чего люблю. Я читаю запоем книги, посвященные тонкостям человеческой психики. Это поразительно, когда автор пользуется скудностью твоего воображения и переворачивает мир вверх дном, выбирая тебя из привычной колеи, выбивая. В последнее время я читаю много ужастиков. О, точно, я тоже как-то ужасы читал одну книжку. Я отчаянно пытаюсь показать, что между нами есть хоть что-то общее. Если честно, с тем же успехом Юри могла бы разговаривать с пнем. Ужастики? Вот это неожиданно, Юри. Ты ж такая мягкая. Наверное, со стороны так может показаться. Но если книга заставляет меня задуматься или переносит в другие миры, у меня нет сил ее отложить. Фантастический ужас заставляет тебя по-иному взглянуть на окружающий мир. Хотя бы на какое-то время. Фу, терпеть не могу ужастики. Да почему? Ну просто... Нацуки бросает быстрый взгляд в мою сторону. Не будем об этом. Конечно, Нацуки, ты же пишешь только о всяких милых прелестях. Что? С чего ты взяла? Последний раз, когда ты уходила из клуба, ты оставила тут черновик. Ты сочиняла стихотворение, которое называлось... Замолчи немедленно! И отдай мне бумажку. Ладно, ладно. У тебя что стихи, что пирожные? Все, что ты делаешь, такое же няшное, как ты сама. Сайори пересаживается к Нацуки и кладет руки ей на плечи. Я не няшная. Нацуки, ты сочиняешь стихи? Нацуки, ты сочиняешь стихи? Ну, вроде того, иногда. А тебе-то что? Мне кажется, это круто. Может, ты как-нибудь дашь почитать? Нет. Нацуки отводит взгляд. Тебе они не понравятся. Ясно, ты еще не очень в себе уверена. Я понимаю, что сейчас чувствует Нацуки. Чтобы делиться своим творчеством с другими, одной уверенности мало. Писать нужно в первую очередь для себя. Это высшая форма искренности. Нужно быть готовым открыть читателю душу, показать все свои уязвимые места, выложить, что у тебя в сердце. Ты тоже что-то сочиняешь, Юри? А может, если ты поделишься с нами, это станет примером для остальных? Тогда и Нацуки было бы проще. Юри тоже тогда будет легче, наверное. О, я хочу почитать все стихи. Какое-то время мы все сидим молча. Итак, послушайте, у меня есть идея. Нацуки и Юрий вопросительно смотрят на Монику. Давайте разойдемся по домам и пусть каждый сочинит стихотворение. А когда мы снова встретимся, покажем их друг другу. И тогда все будут в ровном положении. Да давайте. Тем более у нас появился новый участник, я думаю, клубу это пойдет на пользу. Так мы лучше узнаем друг друга и станем еще ближе. Что скажешь, Мишепот? Моника опять тепло улыбается мне. Погоди, есть одна проблема. Какая? Теперь, когда мы вновь заговорили о моем вступлении в клуб, я выкладываю то, о чем думал все это время.
Я ни разу не говорил, что собираюсь вступать в ваш клуб. Сайори уговорила меня к вам заглянуть, но я еще не принял решение. Я хотел взглянуть на другие клубы и вообще. Я осекаюсь, запутавшись в своих мыслях. Девчонки смотрят на меня так, будто я их предал. Но... Извини, мне показалось... Хе. Мисс Шепард. Вы... Против этих девчонок я совершенно бессилен. Как можно принять обдуманное, взвешенное решение, когда на тебя так смотрят? Для чего же они симпатичны и может писать для них стихи, это не такая уж и высокая цена? Зато я смогу общаться с ними каждый день. Ладно. Я все решил. Я вступаю в литературный клуб. Глаза девочек вспыхивают от радости. Ура, это замечательно! Сайори вешается мне на шею и подпрыгивает. Эй! Ты меня напугал в какой-то момент. Если бы ты пришел только ради пирожных, я бы ужас как разозлилась. Давайте закрепим это как положено. Добро пожаловать в литературный клуб. Спасибо. Что ж, друзья. Я думаю, на этой радостной ноте мы можем закончить сегодняшнее заседание. И не забывайте про домашнее задание. К следующей встрече все должны сочинить стихи, чтобы мы их прочитали друг другу. Моника вновь смотрит на меня. Мисс Шепард, мне не терпится увидеть, что ты напишешь. Хе-хе. Ну да. Смогу ли я поразить звездную Монику своими посредственными способностями? Паника нарастает у меня внутри. Тем временем девчонки продолжают болтать между собой. Юри и Нацуки убирают со стола. Скажи, мисс Шепард, раз уж мы все равно здесь, может, вместе пойдем домой? В последнее время мы с Юри не возвращались из школы вдвоем, потому что она задерживалась в клубе. Конечно, почему бы и нет? Ура! Мы уходим из клуба и направляемся домой. Все время это у меня перед глазами стоят четыре девчонки. Сайори, Нацуки, Юри и, конечно, Моника. Хочу ли я каждый день после уроков проводить время в литературном клубе? Возможно, с кем-то из них мы подружимся? Решено. Надо стараться видеть во всем только хорошее. Я уверен, мне обязательно повезет. Начать придется с сочинения стихов. Так, пора сочинять стихи. Выбирай слова, которые подойдут девочке, которая тебе симпатична. Та, кому твои стихи понравятся, преподнесет тебе приятный сюрприз. Ну, мне пока что симпатизирует Юрия. Потому что я сама по себе довольно-таки... спокойная относительно как танка человек, и как-то энергичность не сильно может повлекает на первый взгляд, не знаю, как это сказать. Так. Так, секреты. Интеллект. Самоубийство. Философия. Скромность. Одеяло. Чувственность. Спокойствие. Бесконечность. Непогрешимый. Удивительное. Это набор слов, конечно.
Так, сердцебиение, поражение, так. Лучезарный. Прозрение. Время. Океан. Удовольствие. В общем, то, что я не знаю ничего о характере Юрия. Необузданный. Шоколад. Грусть. Меланхолия. Звездопад. Интересно, что из этого получилось? Привет, мисс Шепард. Я так рада, что ты от нас не сбежал. Хе-хе. Об этом уж не волноваться. Мне все это, конечно, непривычно, но... слово я держать умею. Вот я вернулся в литературный клуб. Я пришел в самом последнем. Все остальные уже здесь. Спасибо, что сдержал обещание, мисс Шепард. Я надеюсь, мы от тебя не слишком многого требуем. Заставляем с головой нырять в литературу, хотя... ты к этому не привык. Да ладно, не надо его жалеть. Сайори сказала, что ты вообще не хотел вступать ни в какие клубы в этом году. И в прошлом году тоже. Может, ты решил приходить сюда просто, чтобы потусоваться? Но если ты не будешь воспринимать нас всерьез, ты об этом пожалеешь. Ой, Нацуки, какая же ты строгая. Ты человек, который держит в клубе свою коллекцию манги. Нацуки никак не может решить, она пытается воскликнуть «Моника» или «Манга». «Манга — это литература!» Огорченная Нацуки плюхается на свое место. Не надо так переживать. Мисс Шепард всегда старается изо всех сил, если ему это интересно. Он мне помогает с домашними делами, даже если я его не прошу. С готовкой, уборкой. Какой он надежный. Сайори, все только потому, что у тебя в комнате бардак. Меня это раздражает. А один раз ты вообще чуть дом не спалила. Да ладно, хе-хе. Вы давно дружите, да? Я даже немного ревную. С чего бы? Мисс Шепард может стать и твоим другом тоже. Сайори. Сайори, как обычно, даже не замечает, в какое неловкое положение она меня поставила. О, кстати, сегодня Юри кое-что принесла. Постой, Сайори! Что? Не совсем, я... Не стесняйся. Это сущая ерунда. Так что-то... Что там такое? И неважно. Сайори так все раздуло, будто это... не ведь что. Но на самом деле нет. Ох, что же делать. Прости меня, Юрий. Я не подумала. Кажется, пора спасать положение. Да не переживай ты так. Начнем с того, что я вообще ничего не ждал. Поэтому меня порадует любая, даже самая мелкая мелочь. Если ты для меня что-то сделала, я буду счастлив. Правда? Конечно, я не стану придавать этому большого значения, если тебе так проще. Хорошо. Тогда держи. Юрий лезет в сумку и достает книжку. Мне хотелось, чтобы ты ощущал... Не хотелось бы, чтобы ты ощущал себя посторонним. Не ощущал посторонним в нашей компании. Поэтому я принесла книжку. Мне кажется, она придется тебе по душе. Она небольшая, ты не заскучаешь. Даже если не привык читать. Потом мы могли бы,
обсудить, если ты захочешь. Это так... Какая же она милая, нет слов. Даже книжку выбрала такую, чтоб мне понравилось, хотя я не люблю читать. Юрия, спасибо, я обязательно почитаю. Я с восторгом забираю у нее книгу. Ох. Можешь читать, я никуда не торопясь. Как тебе будет удобно? Хотя, мне не терпится узнать твое мнение. Теперь, когда все расселись по местам, я жду, что Моника устроит совместные занятия или что-то там у них запланировано. Но нет, ничего подобного. Сайори и Моника весело щебечет в уголке. Юри уткнулась в книжку. Судя по ее лицу, она не могла дождаться, когда наконец сможет это сделать. Нацуки тем временем роется в шкафу. Мне бы хотелось еще немного поболтать с Юри, но я стесняюсь отвлекать ее от чтения. Краем глаза я замечаю обложку книги, которую она сейчас читает. Это та же самая книжка, которую она одолжила мне. Более того, она сама еще на первых страницах. Ой, черт. Кажется, она заметила, что я на нее смотрю. Она из-под воли бросает на меня еще один взгляд, и наши глаза встречаются. Она тут же снова прячется за книжкой. Извини, я просто задумался. Я бормочу это, ощущая ее неловкость. Все в порядке. Если бы я была поглощена чтением, я бы ничего и не заметила. Но я просто перечитываю знакомый отрывок, так что... Это та же самая книжка, которую ты мне дала, верно? Мне хотелось кое-что в ней перечитать. Просто так, без особой причины. Интересно, откуда у тебя два экземпляра одной книги? О. Ну, вчера, когда я зашла в книжный магазин... То есть нет. То есть, я случайно купила два экземпляра. Ясно. Юрий явно чего-то не договаривает, но я не решаюсь настаивать. Я скоро начну ее читать. Рада это слышать. Как только сюжет начинает разворачиваться, отложить книгу ты уже не сможешь. Блин... Из-за того, что я не вижу... Ну, то есть, разницы между персонажами я не всегда вижу, что он читает реплику. Ладно, перечитаю. Как только сюжет начнет разворачиваться, отложить книгу ты уже не сможешь. Это очень увлекательная история. И такая человечная. Правда? О чем там речь вообще? Ну... Юрий закрывает книгу, смотрит на заднюю обложку. Книга называется «Портрет Маркова». На передней обложке красуется зловещий глаз. Хорошо. Я просто хотела убедиться, что не расскажу ничего лишнего. Это история старшеклассницы, которая переезжает к младшей сестре, с которой она давно не общалась. После чего в ее жизни начинаются всякие странности. На нее охотятся люди, сбежавшие из тюрьмы, где над ними ставили эксперименты. Ее жизнь в опасности, и ей надо определиться, кому можно верить, а кому нет. Но что бы она ни делала, она портит отношения с другими людьми. Ее жизнь летит под откос. Это как-то... мрачновато. О том, как Юрия говорила про эту книжку, изначально я ожидал чего-то полегче. И вдруг такое. Хе-хе. Юрий внезапно начинает смеяться. Я вижу, ты не любитель таких вещей, мисс Шепард. Не в этом дело. Не волнуйся, такие истории мне тоже нравятся. Очень на это надеюсь. Да, я совсем забыл, что Юрий обожает такие книжки. Если смотреть со стороны, она кажется застенчивой, замкнутой, но внутри эта девчонка совсем другая. История такого рода заставляет взглянуть на мир с другой, неожиданной стороны. Когда плохие вещи происходят не потому, что кто-то желает зла лично тебе, а просто потому, что у каждого человека свои цели, свои убеждения. А потом внезапно, когда ты уже проникаешься сочувствием главному герою, оказывается, что он по наивности разрушил планы главного злодея, просто потому, что у него моральные принципы. Эх, я не субъект, да?
Снова. Мне очень жаль. Не извиняйся. Мне по-прежнему интересно, правда. В общем, тогда хорошо. Наверное, мне стоит заранее тебя предупредить. За мной такое водится. Когда какая-то книга занимает все мои мысли, я перестаю обращать внимание на людей. Так что извини, если я вдруг начну говорить что-то странное. И, пожалуйста, обрывай меня, когда я слишком много болтаю. Об этом тебе вообще не стоит беспокоиться. Ты любишь читать? Тебя это увлекает. А я всегда готов тебя слушать. Это же литературный клуб как-никак. Это... Да, это правда. Знаешь, пора бы мне взяться за чтение, да? Да вообще не обязательно. Ха, что ты такое говоришь? Ты сама только что сказала, что этого хочешь. Сейчас я только книжку возьму. Я вытаскиваю из рюкзака книгу. Так можно я тут сяду? Я занимаю место рядом с Юри. Да. Точно? Кажется, тебе это не очень нравится. Ну, извини. Я тебе очень рада. Просто я не привыкла читать рядом с кем-то другим. Ясно. Тогда скажи, если я буду тебя отвлекать, мало ли что. Хорошо. Я открываю книжку и начинаю читать пролог. Вскоре я понимаю, что имела в виду Юри, когда я говорила про чтение рядом с кем-то другим. Я все время ощущаю ее присутствие. Это не то чтобы неприятно, а скорее наоборот. А что слегка отвлекает. Я вижу Юри краешком глаза. Кажется, свою книгу она вообще не смотрит. Я оглядываюсь на нее. О, да она читает мою книгу вместе со мной. Извини. Я просто... Юри, что ты все время извиняешься? Разве? Я не нарочно. Извини. То есть... Смотри, так будет лучше, да? Я подвигаю свою парту к Юре и кладу книгу на середину. О, да, наверное. Юри смущенно закрывает свою книгу. Мы сдвигаемся ближе и теперь почти соприкасаемся плечами. Левой рукой мне двигать трудно, поэтому я держу книгу правой. Так будет неудобно перелистывать страницы. Возьми. Юри берется за книгу слева и зажимает ее большим указательным пальцем. Я делаю то же самое справа. Теперь я могу перевернуть страницу, и Юри подхватывает ее со своей стороны. Но когда мы так сидим, мы оказываемся еще ближе друг к другу, чем раньше. И это до ужаса отвлекает. Я ощущаю тепло от лица Юри, и все это время кашусь на нее краем глаза. Ты готов? А? Перевернуть страницу. А, извини. Я, кажется, на секунду отвлекся. И вновь кашусь на Юре, и мы с ней встречаемся взглядами. Не уверен, смогу ли я за ней угнаться. Как тебе будет угодно, удобно. Ты не очень привык читать, да? Я могу подождать, пока ты дочитаешь. Это совершенно естественно. Ты проявляешь столько терпения по отношению ко мне. Ну да. Спасибо. Мы продолжаем читать. Юри больше не спрашивает, готов ли я перевернуть страницу. Я перелистываю их сам, поскольку она явно читает быстрее меня. Первую главу мы читаем в молчании. И все равно я чувствую, как это нас сближает. Мои пальцы осторожно опускают страницу, она перепархивает на другую сторону, где ее нежно подхватывают пальцы Юри. Юри, я сейчас, может, глупость скажу, но главная героиня мне немного напоминает тебя. Ты так думаешь? Почему? В чем-то она куда-то более прямолинейная. Но она тоже вечно не уверена в том, что говорит и делает. Как будто опасается что-то сделать не так. Конечно, я не читаю твои мысли, но вы с ней похожи, манеры себя вести. Так... Юри какое-то время молчит. Мисс Шепард, скажи... Наверное, это ужасно, что мы с ней похожи. Мне стыдно за себя, если ты считаешь, что... Погоди. Я не в плохом смысле это сказал, не подумай.
Прости, у меня и в мыслях не было, что-то тебе настолько это заденет. Я имел в виду, что это очень милая черта. Что ты такое говоришь? Я... Ну что, друзья? Мне кажется, пора нам почитать друг другу свои стихи. А то времени может не хватить. Юрия с облегчением выдыхает. Так, уже прошло 45 минут. Здесь очень сложно прочувствовать какую-то законченность повествования. Поэтому давайте... Как-то... Так вот. Так, ну что ж. На сегодня, наверное, хватит. Пока сказать ничего не могу. Тут ничего такого пока не происходит, но довольно все мило, если уж на то говорить. Поэтому на сегодня все. Это была первая серия Доки-Доки. Начинаем учиться читать заново. Всем пока. Пока-пока-пока-пока.